И снова здравствуйте. 1 января начался Новый год, а вроде ничего не изменилось. Все остается по-прежнему. С вами по-прежнему Сергей, который играет на акустической гитаре каверы классических рок-композиций. Сегодня уйдем на 60 лет назад, 56-й год, когда сформировался очень интересный американский дуэт братьев Эверли. Их звали Дон и Фил. Конец 50-х и начало 60-х годов стали для них звездной порой. Они были чрезвычайно популярны. И в более поздние времена их также не забывали. О популярности говорит следующий факт. 26 синглов братьев Эверли попадали в Билборд. Это очень много. И недавно этот дуэт поставили на 33-ю позицию в списке величайших исполнителей всех времен. В общем-то, я соглашусь с этим фактом. Это действительно серьезное явление. Братья Эверли оказали серьезное влияние на небезызвестных Битлз, на Бич Бойс, на дуэт Саймон Гарфанкел. Сегодня прозвучит одна из типичных, наверное, песен братьев Эверли, которая называется «Walk Right Back».